Неожиданный сюрприз для авиапассажиров. В аэропорту Владикавказа у трапа их сегодня встречали сотрудники Республиканского министерства промышленной и транспортной политики. Каждому из прилетевших они прикрепили георгиевскую ленту. Символ победы сегодня раздавали также на всех транспортных узлах города, на авто- и железнодорожном вокзалах. Лента, связывающая поколения. В эти праздничные дни эта акция уже 11-й год проходит в десятках стран и на разных континентах. Волонтеры выходят на улицы, чтобы вручить всем желающим символ победы. За все это время было роздано свыше 100 миллионов лент. Первый раз такую акцию встречаю, на самом деле очень приятно. Как бы знаменательное событие, да, 70 лет победы. И авиакомпания наша тоже несет символику. На одном из самолетов тоже есть у нас логотип. И были приятные впечатления, на самом деле застали нас врасплох, но очень приятно за столь теплый прием кавказский.